Коми-пермяки – один из финно-угорских народов, основная территория проживания которого – Пермское Прикамье. Численность коми-пермяков в России в 2002 году составила 125 тысяч человек, из которых около 100 тысяч проживает в Пермском крае, в том числе в районах Коми-Пермяцкого округа, где и расселена основная часть народа. Большинство традиций песенного фольклора коми-пермяки переняли от русских. Однако заимствованные тексты обрели свое место и свою специфику в контексте коми-пермяцкой культуры. При этом коми-пермяками был сохранен архаичный пласт русского фольклора. Зафиксированы коми-пермяцкие поэтические тексты на родном языке, лирические песни и баллады, свадебные карельные песни, похоронные и свадебные причитания, плясовые и шуточные песни. Часто при исполнении можно наблюдать переход с родного языка на русский и наоборот. Происходило постоянное обогащение коми-пермяцкого фольклора заимствованными текстами и переосмысление русских текстов с точки зрения специфики национального мировосприятия. Я сейчас встала, то расскажет. А с этим не понимают. По-русски мы черные смяны собирали, не грыз. А мяны за что-то шуну, то что сейчас. А это по нам шуну. Нам по только осталось во. Во, мол, только уже не мяны. А потом по ту-ту Москва. Россия. А потом мы сейчас ту-ту Россия. Значительные изменения в фольклорном репертуаре коми-пермяков наблюдались в 20 веке, когда становление коми-пермяцкого литературного языка национальной интеллигенции вызвало всплеск литературного творчества. Многие песни, имеющие авторский текст, в настоящее время стали подлинно народными, так как в музыкальном отношении сохраняли близость к традиционному фольклору. Почай почиха, Кузьма и Демьяна, Ева и Адама, царская Полина, попами, яками, всеми священниками, Иван Батырник, Осип Оплющник, Микита Замотника. Пускайте все, Осип Ключник, Микита Замотник. Вот, пускайте все старых родителей, новых родителей, которые вы не убиваете, у кого некому поминать. Вот, все это вспоминаешь. Кто в речке утонул, когда речку утонул, который вспоминаешь, стаканом поставишь под стол воды. Вот так. Все это. У нас лесу корчиса. Зон-зон, митяны лес, зон-зон, комин лесу корчиса. Подлинной жемчужиной традиционной музыкально-инструментальной культуры коми-пермяков называют женские многоствольные флейты пыляны. Пыляны – это несколько полых стволов растений разной длины, выстроенных в ряд и отличающихся по голосам. На пылянах исполняли как инструментальные мелодии, так и сопровождающие пение гармонный и балалаечный наигрыш. Известно также сольное и ансамблевое исполнение на пылянах. В настоящее время живая традиция игры на пылянах почти исчезла.
Инструментальное исполнительство Коми Пермяков представлено как достаточно древними инструментами, так и проникшими в Коми-Пермяцкую деревню намного позднее. Ну ладно, давайте. Я теперь не гоню. Ага.